Вітаю вас. Це тема дня. Мене звати Ірина Коробко. Ворог чекав, що українська енергосистема розвалиться, що ми не впораємося, тому захопив Запорізьку атомну станцію, навмисно бомбив і бомбить ТЕС українських міст і лінії електропередачі. Але українська енергосистема всі 21 день війни працювала стабільно, збалансовано та стійко, що визнали європейці. І від сьогодні ми більше не самі. Від сьогодні українська електроенергія тече у Європу, європейська в Україну, зазначив наш президент Володимир Зеленський. Отже, що відбувається наразі? З нами на зв'язку Володимир Карпіч, представник департаменту енергоефективності Одеської обладміністрації. Володимире, вітаю вас. Здравствуйте. Нормально, чуєте мене? Так, можемо спілкуватися. Да, все отлично слышно. Отже, Україна стала членом енергетичного Євросоюзу. Ми розуміємо, що це якась гарантія безпеки нас, що ми не залишимося без енергоносіїв. Ми розуміємо, що це дуже добре. Ви як спеціаліст, як фахівець, що скажете? Що це означає для нашої країни? Ну, це огромний шаг. Це огромний шаг. Я би навіть так назвав. Це перший шаг вступления України в Євросоюз. Чому? Тому що нас присоединило к энергосистеме 35 стран. От Турції до Данії. Это огромный шаг. Почему? Потому что 11 числа все страны подписали согласие на вхождение нас в единую энергосистему. И мы теперь вместе с Молдовой, это нужно отметить, мы теперь входим в единую энергосистему европейскую. Что это для нас значит? Это огромные перспективы, в первую очередь, и независимость от стран-агрессоров, которые развязали с нами войну. Это самое главное. Плюс это перспективы Украины как обладательницы огромного потенциала энергетического. Потому что мы теперь сможем свободно продавать на рынке, плюс мы делаем рынок у себя еще огромный. И к этому мы должны были прийти немного позже, потому что работа велась еще с 17 года, постепенно. 24 февраля мы в 12 часов ночи перед началом военных действий фашистского московского режима мы отключились от России и от Белоруссии. Мы стали автономны. За это время наши специалисты показали, что мы можем контролировать абсолютно все, что происходит у нас в стране. Мы, несмотря на боевые действия, мы полностью контролируем всю энергетическую систему Украины. Мало того, мы еще полностью готовы к синхронизации. Это мы доказали своей работой. Это огромная работа была проведена. Потому что это усилия многих тысяч инженеров и специалистов для того, чтобы мы вошли в единую энергосистему. На сегодняшний день все сделано, и мы уже можем проводить работы, уже можно сказать о каких-то перспективах для того, чтобы начать уже балансировать систему, и чтобы мы уже были одним целым. Для этого нам сделано практически все. Поэтому это великий шаг. Я думаю, что это та часть, которой нам не хватало для того, чтобы Евросоюз, кроме той помощи, которую он нам сейчас предоставляет, военной, гуманитарной, он показал нам, что они готовы нас принимать. Для этого нужно нам показать свою работу и свое стремление. И это действительно тут все зависело именно от наших людей, от наших специалистов, которые провели колоссальную работу для того, чтобы это стало, как говорится, сказка стала былью, да? Для того, чтобы это все произошло. Я Поэтому розумію, що це величезний політичний крок насправді, тому що, ну, якщо логічно мислити, то ми розуміємо, що ми мали б стати спочатку членом країною Євросоюзу, так, країною-членом Євросоюзу, а вже потім підключитися до європейської енергосистеми. Але вийшло навпаки і виходить, що так теж було можна. Я так розумію, що це якийсь виняток для нас, враховуючи війну. Абсолютно верно. То есть здесь это беспрецедентный шаг навстречу нам. Причем, мало того, мы еще и вместе с Молдовой. То есть я вот хочу это подчеркнуть. Почему? Потому что мы
Так не то, что мы одни думаем про себя, мы также думаем о тех странах, которые также готовы приобщиться к чему-то, тому, что двигает прогресс, да, навстречу развитию нашей страны, а не наоборот каким-то тем, сложно подобрать даже слово к тем, кто сейчас в нашей стране развязал вот эти военную войну против наших людей, против детей, женщин. Это не укладывается в голове, что это может происходить в 21 веке, когда люди, человечество должно стремиться над тем, чтобы изведывать какие-то новые земли, там, летать в космос. Розвиватися хоча б мінімально так, розвиватися, а не... Развивать, да, делать зеленую энергетику. Вместо этого посмотрите, что они нам предлагают. И они совсем не туда кошти свои направляют, на самом деле. Ихні кошти идут не туда, куда бы мали идти. Они могли развиваться, втрачаючи там 20 чи скільки мільярдів на за добу, здається, скільки вони сьогодні витрачають на війну з Україною. Ці кошти могли б піти зовсім в інше русло, так би мовити. Вот мы своим примером, мы действительно показываем всему миру, весь мир нас поддерживает, весь мир восхищается подвигом наших солдат, наших ребят. Это мы такой показали пример, что страны аплодируют, когда выступает Зеленский, стоя аплодируют, понимаете? И вот это движение к единому, единой энергосистеме, это такое же самое признание, что нас принимает большую европейскую семью. Вот. С ценностями общечеловеческими. Володимир, чи можемо ми зараз говорити, що вже 100% користуємося європейською енергією? Смотрите, это синхронизация, это огромный процесс. Uh-huh. Это не то, что мы пользуемся, но мы, и у нас введены общие правила. У нас и общие правила, которые мы постепенно, это процесс не то, что да, включил вилку в розетку, и у тебя уже пошло туда-сюда. Да? То есть мы нас впустили в эту систему, и мы теперь будем это все сбалансировано, uh-huh. потихоньку. Мы будем иметь возможность продавать. Мы можем, если нам, это же огромный процесс, понимаете, те же энергоблоки, они требуют, что, вовремя остановить, да? У нас должен быть обязательно безопасный запас электроэнергии для собственных, он в случае каких-то непредвиденных ситуаций, он направляется либо туда, либо обратно. Плюс это огромнейший рынок. Понимаете, это наш задел, потому что этот рынок по самым скромным подсчетам даст Украине 1,5 миллиарда долларов прибыли. Вы понимаете, это если у нас мы говорили о том, что газотранспортная система дает около 2 миллиарда, тут энергорынок нам дает 1,5. Это огромная сумма. Если еще учесть, что у нас очень много наработок по зеленой энергетики. Можно долго спорить, как и что это делалось, но все равно она у нас развивается очень быстро. И я думаю, что за будущее это за биостанциями, это тоже, да, чтобы варить сталь, нужно, чтобы часть была зеленой энергетики. И мы уже в другой сім'ї, ви розумієте, ми на других условиях. Ми будемо зрозуміла, я просто хочу зрозуміти, ми зараз тільки у процесі перепідключення, так? Я вірно розумію? Тобто це наше додаткове джерело, і якщо ворог продовжує бомбити український ТЕС, то ми не залишаємося без енергії, так? Я вірно зрозуміла? Абсолютно вірно. Якщо у нас якісь будуть перебої, ми вже можемо потребляем, потому что у нас будет синхронизация, то есть мы обеспечим безопасность для ее, для энергосистемы Европы, потому что это все огромный сбалансированный рынок. На самом деле это 35 стран, это миллионы потребителей, это миллионы каких-то мелких, больших станций, которые вырабатывают электроэнергию. Этот баланс – это сложнейшая система. Сложнейшая система, в которой мы подключаемся, и мы уже
какой-то объект внутри этой системы. Мы можем так, как брать на себя в случае, если нам надо, будут выделяться, так же само отдавать. Ну, это наша безопасность, это очень важно. Я вам дуже дякую. Я дуже дякую вам. З нами на зв'язку був Володимир Карпич, представник департаменту енергоефективності Одеської обласної адміністрації. Я хочу ще раз підкреслити, що Україна стала, має вже енергетичний союз із Європою. Отже, у разі якихось непередбачених ситуацій може користуватися європейською енергією. Це означає, що ми у безпеці стосовно ось цього енергетичний кризис, будемо сподіватися, не загрожує. Це була тема дня. З вами була Ірина Коробко. Залишаємо на зв'язку. Миру нам усім. Побачимося.